Друзья, привет! В эфире Кузница Железные Братья. Сегодня хотим презентовать вам нашу модель нож Атака Дамаск Береста. Можно сказать, что этот нож абсолютный лидер продаж среди ножей из дамасской стали в ценовой категории до 4000 рублей. Этот нож пользуется очень высоким спросом. Геометрия классическая, очень агрессивный, приятный дизайн, за основу которого взят клинок Боуи. Но это гражданская версия, нож с толщиной клинка 2,4 мм. Классика, ничего лишнего. Классический разделочный нож. Клинок выполнен из дамаска, очень красивый рисунок. Дамаск крученый, в пакет входят три вида стали. Это шарикоподшипниковая ШХ-15, углеродка У8А и инструментальная сталь ХВГ. Длина клинка 145 мм, в самом широком месте ширина достигает 30 мм, обух 2,4 мм. Общий вес ножа примерно 130-140 грамм, то есть нож легкий, как перышко, очень агрессивно режет, приятно работает по мясу, по рыбе, по шкуре, по дереву, строгает он на ура. Вообще в дерево дамаск идет очень приятно, агрессивно. Срез мягкий, ровный, аккуратный. Да, как всегда, могу отметить, что дамаск ржавеет, требует ухода, но не считаю это страшным минусом для охотничьего ножа. Ведь и ружье тоже ржавеет, никто из-за этого не кричит, что это страшный минус или недостаток. Все понимают, что оружие требует ухода, то же самое с охотничьим ножом. Да, в наше время есть порошковые стали, которые обладают высокой износостойкостью, твердостью и притом не требуют ухода, но цена таких ножей в разы выше. Учитывая то, что цена этого ножа до 4000 рублей, считаю, что это абсолютно заслуженный лидер продаж ценовой категории до 4000 рублей. Нож Атака. Дамасская сталь Береста. Производство Кузница Железные Братья.